Приветствую, друзья! В этом видео коротко коснемся такого явления в музыке, как синкопа. Синкопа – это когда вы сильную долю немножечко сдвигаете в сторону и начинаете ее играть как будто бы раньше, а вся остальная мелодия как бы опаздывает. Ну, можно еще сказать наоборот, что вся мелодия идет своим чередом, а синкопированные ноты, они как будто бы немножечко опережают мелодическую, точнее ритмическую линию. Теперь смотрите. Давайте мы в качестве примера возьмем известный этюд Винницкого, пятый, босса-нова. И смотрите, как у нас тут получается. Вот мы сейчас сыграем так, как он написал, а потом сыграем для контраста без синкопы, и потом снова синкопы, для того, чтобы еще раз убедиться, что синкопа, она придает своеобразную динамику музыкальной композиции. Вот смотрите, как он придумал саму мелодию. А теперь смотрите, мы сейчас играем, послушайте, без синкоп. А теперь синкопу добавляем. То есть мелодия, она остается узнаваемой, но за счет того, что сильная доля немножечко раньше сдвигается, у нас своеобразный такой рисунок. И давайте еще мы в качестве примера возьмем всем нам известную мелодию, куплетик наиграем. Я думаю, сейчас вы узнаете. В траве сидел кузнечик. Теперь смотрите, что за счет синкопы здесь создается своеобразная такая ритмика, как будто бы игривость появляется. А если не играться так вот с длительностями, то будет звучать достаточно банально. Как-то простенько звучит. И совсем другая картинка. Вот, за счет того, что вы играете с длительностями, картинка уже совсем меняется. Поэтому я думаю, что когда вы подбираете мелодию или хотите свою интерпретацию этой мелодии наиграть, играйте с длительностями, применяйте синкопочку, и мелодия будет приобретать своеобразный окрас. Она остается узнаваемой, но будет восприниматься интереснее на слух. Практикуйтесь, у вас все получится. Если эта рекомендация показалась вам интересной и полезной, обязательно ставьте лайки, применяйте в своей практике, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе, когда появляются видео на этом канале. До новых встреч, пока!